Москве в Кремлевском дворце съездов собрались участники совместного торжественного заседания Центрального комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Здесь работники партийных, государственных и общественных организаций, участники Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войн, герои труда, деятели науки, литературы и искусства. В президиуме торжественного заседания руководители Коммунистической партии и Советского правительства, партийные и государственные деятели, ветераны партии. В президиуме руководители коммунистических и рабочих партий, главы делегаций, представители национально-освободительных движений, прибывшие в Москву для участия в юбилейных торжествах. Открывая торжественное заседание, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов сердечно приветствовал всех его участников и гостей. Он предоставил слово для доклада генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу. Дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости, в эти дни советский народ, коммунисты всех стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечает величайший праздник. 60 лет назад рабочие и крестьяне России, руководимые партией Ленина, свергли власть капиталистов и помещиков. Свершилась первая в мировой истории победоносная социалистическая революция. Незабываемые октябрьские дни сколыхнули всю планету. Началась новая историческая эпоха. Эпоха революционного обновления мира. Эпоха перехода к социализму и коммунизму. Начался путь, по которому сегодня идут сотни миллионов людей и по которому суждено пойти всему человечеству. В докладе товарища Брежнева, в выдающемся документе творческого марксизма-ленинизма, глубоко и всесторонне, ярко и убедительно показан героический путь, пройденный Родиной Октября. Отражены наши величайшие достижения, наши проблемы и перспективы, дан научный анализ международной обстановки. Леонид Ильич Брежнев обобщил исторический опыт советского народа, дал подлинно ленинское определение перспектив развития социализма, начало которому положил Великий Октябрь. Завершая свое выступление, товарищ Брежнев сказал: «Будем же всегда верны знамени Великого Октября, алому знамени революции. Пусть все ярче сияет над миром свет бессмертных марксистско-ленинских идей. Да здравствует великий советский народ!» Да здравствует наша великая партия, партия Ленина. Вперед к победе коммунизма.
На торжественном заседании выступили с приветственными речами зарубежные гости. Главы партийно-правительственных делегаций социалистических стран отметили в своих выступлениях, что с победой октября связаны коренные изменения не только в жизни народов Советского Союза, но и тех народов, которые вступили на путь социализма в последующие десятилетия. Ораторы подчеркнули огромное значение помощи страны Советов в освободительной борьбе, восстановлении и подъеме экономики, укреплении всесторонних связей на благо народов братских стран. Главы делегаций из дружественных Советскому Союзу государств, родившихся в результате краха колониальных империй, отметили решающее значение Великого Октября для дела борьбы за национальную независимость и социальный прогресс. Руководители коммунистических рабочих партий из несоциалистической части мира говорили о том, что победа Октября открыла новый этап в международном рабочем движении, стала боевым знаменем борьбы рабочих за свои права. На торжественном заседании были единодушно приняты обращения Центрального комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Совета министров СССР к советскому народу, к народам, парламентам и правительствам всех стран мира. Празднование 60-летия Великого Октября явилось новым, ярким свидетельством непобедимой силы идей марксизма-ленинизма. В Кремлевском дворце съездов состоялся праздничный концерт, посвященный 60-летию Великого Октября. Праздничный концерт стал яркой демонстрацией расцвета многонационального советского искусства. На концерте присутствовали руководители партии и правительства, участники юбилейного торжественного заседания.